Добрый день, 4 марта 2019 года, Санкт-Петербург. И хотел я вот что сказать. Я читаю комментарии, которые пишут, да, и читая эти комментарии, я понимаю, что необразованность или невежество людей, или сознательное искажение информации настолько сильно в головах, что решил записать данный ролик. Так вот, если люди не понимают, что Советский Союз прекратил существование там в 91-м году, да, там прошлого столетия, и как бы ни называли все последующее, оно не могло быть не являться ни версией 2.0, ни 3.8, никакой там версии Советского Союза не могло в принципе являться и не может. По той простой причине, что Советский Союз был, как ни крути, но социалистическим государством со всеми своими вытекающими там плюсами, минусами, которые были, да, но именно социалистическими. А тот мир, в котором мы сейчас живем, он капиталистический. И это принципиально различные вектора развития. И поэтому, если кто-то этого не понимает, ну, это значит, что правительство очень качественно отработало в тех местах, уничтожив образование, что люди не понимают, в чем разница. То есть это, в принципе, то же самое, что социалистическое общество сравнивать с рабовладельческим, с феодальным и так далее. И говорить, что все это одно и то же. Ну, то есть, если вы не понимаете разницу, то учите матчасть. Ну, или тогда задавайте вопросы, в чем разница, если вам самим лень учиться. Ну, буду для вас конкретно снимать видео, в которых буду рассказывать, в чем же все-таки отличие между различными строями развития и так далее. Ну и пишите. Всего хорошего.